В центральном районе Волгограда полицейские по горячим следам раскрыли грабеж. В полицию обратился местный житель. Днем он увидел, как неизвестный молодой человек разбил стекло его иномарки, забрал барсетку с деньгами и документами и попытался скрыться. Потерпевший побежал за грабителем, и в этот момент мимо проезжали инспекторы ГАИ. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний военнослужащий по контракту, который раньше уже был судим за кражу. Похищено, изъято и возвращено владельцу. Волгоградские оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении серии краж из гаражей. С осени прошлого года четверо неработающих ранее судимых жителей Красноармейского района с помощью специальных инструментов взламывали замки гаражных боксов, проникали внутрь и похищали ценное имущество. Похищенное подозреваемые продавали либо сдавали в ломбарды, а полученные деньги тратили на личные нужды. В настоящий момент установлена причастность задержанных к совершению 15 таких преступлений. Возбуждено уголовное дело. Жительница Октябрьского района подозревается в совершении тяжкого преступления. В больницу с ножевым ранением грудной клетки был доставлен 30-летний местный житель. Установлено, что травму потерпевшему причинила его мать кухонным ножом. Возбуждено уголовное дело, женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.